я приехала на работу с утра пораньше. Денек обещает быть хорошим. Ветерок сейчас пока дует, 8 часов, что вы хотите. А вот по-спортивному, по-быстренькому сейчас пойду уложу женщину. Проезжала мимо, видела, все парикмахерские открыты, все укладываются. Сегодня праздник у детей, как это. Не у всех, конечно, там они разделяются в течение месяца, там каждые выходные. Первое причастие у них. Вот. После Пасхи обычно один месяц продлится эти праздники для них. Вот. И все, как говорится, мамаши укладываются, мамаши приглашены. Это как свадьба маленькая. Такое у нас море сегодня вообще шикарное. Солнышко светит вообще, наконец-то хоть погода устаканивается. Не, ветерок, конечно, дует холодный. 8 часов еще рано, поэтому нагреется день. Пошла я на работу быстренько. Едем на речку. Собака моя в истерике, она уже в предвкушении. Ясно? В предвкушении природы. И вот с кого нарвались. Придется ехать за ними. Видали его? Вот какая тут красота начинается. Чарли, ясно, а? Какая красота здесь начинается. Как в лесу, но это не в лесу. Тут 3 деревья в 5 рядов. Но очень природа красивая. О, сколько здесь уже машин, пипец. Надеюсь, наши уже приехали, заняли место. Вообще. Хотя сегодня погода хорошая, что им всем на море не ехать? Нет же. Все сюда приехали. Вот смотрите, сколько народу. Ужас! Ужас! Надеюсь, наши приехали, заняли место. Если нет, то не знаю, что будем делать. Найти бы своих. Глядь, все, леди уже купаются. Интересно, куда наши? А, где они есть, даже не знаю. Ой, стул забыла я. Ну ладно. Где они есть-то? Это нет, это нет. Будем искать дальше. А вон там, наверное, нет. Без понятия, где они есть. А, вон там, где все вижу. Где мы раньше были. Вот сколько здесь народа. Вон они уже накрыли, так что я нашла. Так что едем день рождения отмечать. Я тебе дарю. Таня поздравляет Таню. Таня поздравляет Таню. Обалдеть! Букетище какой! Я тебе дарю лимон. Ой, ну Танька всегда. С лимона всегда вырастали бабочки, которые приносили тебе денежки. Оригинально. Все всегда у нее оригинально. Ну посмотрите, какая красота. Не, ну если забудешь, мы тебе поможем там это. Да, Танька, она у нас такая. Ты же у меня первая крестница. Давай. Они еще и крестная мать, Да, то, что она старше. Крестница. Это нормальное явление. Я в душе была. Давайте, наливайте. Давай, наливай. Красота. Лимон к чаю. Оригинально. Я тебе, видишь, 1 миллион подарила, а остальные как пропина. Миллион? Где миллион? Миллион. Лимон. Лимон. Тупая какая я. Точно. Миллион. Миллион. Никак не достану. А у меня все так просто, что Таня, наверное, тебе не буду дарить. Мне стыдно. Мне стыдно, Тань. Правильно, Тань, сверни и в люфчик. Так надежнее. У нее там поместится в люфчик-то. У нее есть чего положить, кроме денег. Не как у нас. Мы же не так много ей подарили. Мы так... Да, что-то всего через чур, не знаешь, куда ложить. Да, у тебя...
Зажрались. В России вас всех. Так и прю. Все, давайте пьем. Как на грыжи. Правда. Кстати, когда увидел кисточку, так фигня какая-то. А потом прям украсил, так классно и удобно. В общем, у меня все скромно. Без всяких конвертов. Да, теперь куда-нибудь залимон засвал. Ну чего, все в мои бабочки толкают, не надо. Это я сидела вырезала. Дай конверт тогда их. Уж сиськи сразу клади. А, ну вот, с днем рождения тебя. Какой стриптиз. Прости, вот такой ширины. Ну еще на один размер больше. Вот такой вышины. Детей тебе здоровых. Умный. Чтобы они тебе нервы не клепали. Ну, самое главное. Да. Мы уже... Сегодня у нас опал день рождения, с Днем Победы. Ну, скажем... Я вам всем дарю по значку. Ох, блин. Но. А у меня уже... Вечную, долгую память. Нам нет, это вам. А у меня уже есть. Нет. Такая нет? Именно такая красивая нет? Ой, ну это Танька вот... у нас, смотрите, какая красота. Я вас в России привезла. Вот... Заранее думаю. Обалдеть. Ну это все время. Это Манов купал в Москве. Здесь было много. Ой, гляньте, какая красота. Вот что у нас есть. Что у тебя там упало? И кепка-то у нее есть. Пинчу мое тоже. Сейчас прилепим. Сюда. Красиво. Слева. Слева был вид, она еврейка. Давайте, девочки, теперь выпьем за День Победы. За наших дедушка. За наших дедов. За Татьяну мы уже выпили. Давайте теперь за. Ну за Татьяну мы еще выпьем, а за дедов. Да, Вань, сиди, сиди, кушай. Надо Йо, выпить. Кушай еще мясо, на. На. Короче, мы здесь одни такие, наверное. Ну да, естественно, что мы одни. У меня, кстати, есть ленточка, но я... Теперь у меня две есть. Ну, Танька у нас... День Победы. Во вторник. Мне нравится парад смотреть, я прям балдею. Еще сейчас приготавливаются все ко всему. Не тоже. Вот Танька всего приготовила. У тебя есть булавка? Торт печеночный. У меня есть на старый, хочешь я дам ей? Давай. Нет, просто понимаешь, какой ценой-то всего этого. Вот у меня еще одна есть. Слушай, ну ты мне дай ленточку, а я вот эту ей отдам, да и все. Ну вот, зацепляй. Да? Какая разница-то? Ну да. А, ленточку хочешь? Конечно. Да? Я ее берегу, складываю, да. А как же? А это больше. Ну, вот поэтому, а ты что ж думаешь, я сказала, чтобы она... Вот так ленточку? Да, она так цепляй и все. Так, это мы спрячем, не знаю, куда в карман. Да. Вот. Вот. Даже новое поколение. Да. Медиа-испанское. Ну, давайте, девочки. Наоборот, переверни. Да, небесное. Да? Или как, что там? Подожди, сейчас. Ну я так. Мы углянь за барной стойкой со светом. Уже уговорили. У нас скоро бутылка закончится. Что одна привезла? Нам мало одной. Я поеду за вторую. Подожди, какая бутылка? А мой Пеппи где-то там. А вот. У тебя ром у него есть? Ну заедет куда там, где он есть. Там поедет. Водка есть вкусная? Ты таблетки сегодня не пила, да? Сладкие, да. Вот ты их лоханула. Они хотели горьким. А горьким? Нормально. Эй, вы помидоры сладкие. Все сладкое, не говори. Жизнь у вас была сладкая, девочки. Давайте выпьем до полна, чтобы жизнь... И на речку пошли щелкаться, ну как же вкусно пахнет. Я только не стал пробовать. Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Махает, где-то махает. Порошком. Жду, когда пить начну. Там после них 10 минут говорят, нельзя пить, не есть. А вот она... Нет, а, через час? Может, ты их вечером выпьешь? Может, ты вечером выпьешь? Вечером мне уже другую надо пить. А другую надо пить? Да. Собрались здесь больные? Больные, кривые. А пойдемте пощелкаемся. Да. Никогда не скажешь, что. А дай купаешься.
Да еще уметь надо, а да? Дайте. Сам главное, это больные, а на вид не да. Здоровые. А жрать вот сколько жрать да. Вы? Жрать больные, не жрать? Они прокормят. Помидоры. О, помидоры суперские. А ты что, снимаешь, что ли? А почему нет? Я думала, фотографирую. И фотографирую, все делаю. Я могу позировать. Да я, мы знаем уже все, что ты можешь позировать, Тань. Ладно, машинка, что будет делать? Народу много, а на столе всего мало-мало. А, как обычно. Во как, даже на полу устроились. Где девки-то? Девочки, вы где? Вот. А где девочки? А, это моя там. Ну, не видишь, как они любят, как растения. Ага, тяли беняки, беняки. Ковры персидские. Я боюсь, что он обоссыт что-нибудь. Вон собака какая волкодав. Все с Барбакова. Барбекю делают. Чарли Бен. Даже в охоте уселись. Речка тут. Вот такие тут речки. Глубокие. Утонуть можно. Утонуть можно. Ну да. И это еще глубоко. Это еще глубоко. Это еще ого-го сколько. Ой, пальцем. Конечно, уж не Волга наша, матушка. Да. А куда девки-то ушли? Все надоедает. Да, а тут что, с детьми приехал? И хорошо. Куда девки-то ушли? Может, они вон там поверху куда ушли? Они территорию метить сказали. А, точно, они значит, туда ну, пошли. Мы ну, просто с ними развернулись. Ну да, туалет им не устраивает. Они все как пораньше, по старинке. Вот у них, смотрите, у испанцев чистых. Ничего на столе нету. Ни хрена. Нифига. Как, какой у нас стол и какой у них стол. Принесли. Я еще переживал, не хватит. Ага. Еще. А тут вон как. Блядь, чистота и покой. Вон, чистота и порядок. И убирать ничего не надо. Нечего. И убирать ничего не надо. Как ничего и не испачкать. Ветром все снесет. И все. Вот сколько здесь машин. Даже вон там прилепились люди. То есть вообще все занято. Пипец. Мы-то вон там сидим. А тут, как вот они выезжать будут? Половина машин, я даже не понимаю. Мой Чарли Чаплин. Да. Девчонки куда-то умотали. Хрен найдешь, куда они ушли. Территорию метить. Где они ее метят? Мы будем искать, где они метят территорию. Вот как здесь красиво, водопад какой-то. Вода, конечно, леденючая. Ой, люди купаются, вот смотрите. Дети, небось. О, видали детей? Во, какая, воды много. Залезли, блин, в одежде, обалдеть. Ой, гляньте. Что творят? Вот здесь как красиво. Птички поют. Ой, ну вообще, тополя. Пух летает. Тополиный пух. Жара июнь. Небо такое чистое. Правда, я не знаю, как эта песня поется. Так или не так. Короче, девок я не знаю, где фоткаются без нас. Покинули они нас. Ну что, сейчас найдем. Давай, Боль. Раз кудрявый, клюв зеленый. Я влюбленный, а ты что не поешь? А я не знаю. Ушленый пред тобой клюв зеленый, да клюв кудрявый, да раз кудрявый. Ты под меня снимать не сможешь. Я тебя снимаю, ну что ты? Красавица ты наша. Видосы мы анализируем. Багрила мне дочку свою и пьет. Видали? Багрила мне Катюню мою. Танька хочет петь. Таня хочет петь кумплянисы. Тань, пой. То я музыку потише сделала. Тань, пой. Пой, птичка, не стыдись. Пой. Пой, птичка. Кумплянисы. Фелис! А что, без торта нельзя?
Кумплянью фелис. Смотри, у нас печеночный торт есть. Не, она тренирует. У нас печеночный торт есть. У нас печеночный торт, нахуй не паш. Чем не торт? Ты сказала, ты хочешь спеть. Не, я хочу танки торт. Ты, блядь, петь хочешь или торт ты хочешь? Ой, я мотаю. Не, диета. Торт готов. Сейчас будут петь нам. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Так встречи-то и нету. А ver si vuelan las mariposas. Подожди чего-нибудь. Что тебе дать? Что ты будешь пожелать? Бабочки такие, да. Вот ведь сидела же, вырезала их. Сейчас подожжет. Пипец. А что? Все, бьет! Все кумпли! Все, ее желание обязательно исполнится. Блин, как я не могу этот торт жрать такой. Такой вкусный. Слюни. Да. Вижу. Выглядит так. Ты там покупаешь? Ой, нас уже двое. Он тоже не может кушать его. У меня запеканка в машине есть, а машина уехала. Да не надо большие. Не надо большие. О, гляньте, гляньте. Любовь, любовь. Мы уже на свадьбу приглашены. Qué bonito. Qué bonito es la tarta. Какая вкусная тарта. Проходите мимо, проходите. У нас нету торта. Да, муха, видите, уже мухи даже слетаются. Муха и то прилетит. Мужчина с пузом. Мужчина с пузом идет. Мужчина без пуза и один с пузом. На торт-то не все слетаются на торт. Все слетаются. О, здесь таких тортов нету. Такие торты вкусные, надо только печь. Короче, мы пошли кушать. Вернее, я не кушать, а смотреть. Так у нас проходит вечер. Народ все еще здесь. Ой, там уже играют в волейбол. Классно проводит время. Время, кстати, жарко так стало. Страсть. Там вот купаются. Класс вообще, класс. Ну почему? Куда пошла? Стеснительная такая женщина. Ну ты мой этот, куда руку убери? Они тут тортик жрут, такой вкусный. Куда пошла? А детей звать? О, тут люди уже вон загорают, наряжаются все. Торты жрут, уже вон сколько от него осталось. Ну, ничего не осталось. Не... Я... 200 килограмм не потасу. 200 килограмм. Подумаешь, кусочек. Сколько? Да. Сахар-то тоже надо все равно. В помидорах был сахар. Сказала 100 грамм, да? Да, видишь, в помидорах было 100 грамм сахара. Это на всю бадью. Буду помидоры есть. Сахар организму вред. Есть помидоры, вон еще полно. Будем помидоры жрать. Вот в этой тарелке с костями. Они пускай едят. Я запеканку себе привезла, но ее увезли опять. Бебик уехал на машине с моей запеканкой. Специально взяла себе. В туалет очередь уже вон там. Кушать подано, садитесь жрать. Ой, песня какая классная. О, какой. Смотрите, как себе столик поставил. Стульчик. И зашибись. Кстати, погода офигенная. Мы опять пришли сюда сниматься. Ай, вон там, смотри, вот ты встанешь на это, и будет классная фотка. Уже не будет видно вот этой вот
вот это вот. Я хотел в пилотке не для того, чтобы это... А, ну ты будешь в пилотке и красивый натюрморт. Ты не поймешь, что скажешь, какая пилотка дает. Все будет, ну как непонятно, если тебя георгиевская ленточка. Все будет понятно. Еще и натюрморт красивый. Ну это же вообще, это бы супер. Ну скажи мне, как мне, нормально? Хорошо, кстати. Я один раз так снялась, такая уродина была, что даже не выставила, потому что это вообще был пипец какой-то. Вот тут какая-то вода, тут что-то. Колодец какой-то. Колодец, Ай, а тут, глянь, это ряса есть какой-то, это. Травка, муравка. Альгас, эти. Ага, морская капуста. Морская капуста. Так, мы пошли фоткать. Здесь природа. Речка, не знаю где, вон там, наверное, речка. Тополиный пух, заря, июнь, лето такое. Ой, сколько тут этого, и ноху. Вот из этой травки варят суп. Очень красивый. Такие классные все. Природа, вот и горы. Мы все идем, идем. Тут ручьи какие-то, бежит ручей, течет ручей. И я ничья, и ты ничья. Бежит ручей, течет ручей. И ты ничья, и я ничей. А эти прикалываются надо мной. Ой, засыхи. А, я смеюсь. Я смеюсь, короче, у всех вот такие. Сейчас тут подумают, что мы из какой-то секты. Потому что у нас у всех вот такие. Значит, у них вы были такие красивые. Испанцы подумают, что мы из секты. Ну, кто нам подойдет, мы объясним, откуда. Кстати, здесь испанцы думают, что войну победили. Кто там победил войну-то? Американцы. Американцы, прикиньте. Испанцы думают, что американцы. Вот приходит. В школе или нет? Я-то знаю. Не, ну я не знала, что американцы думали, что это, вернее, все думают, что американцы по это. Я-то. Какую информацию сейчас устроим? Вообще. Дебаты. Мир, дружба, жвачка. Да. Гитлер капут. Гитлер капут. Самогоном нальем. У нас самогона нету. О, речка какая. Давай мы фоткаться-то пойдем, или мы только по делам пришли? Вон там, на мосту. Эти сделали дела, и все. Сейчас будем... Бег с препятствием, бег с препятствием. Хоп, хоп. О, тортика нажрались, но еще они на все способны. Ой. Слушайте, а мы вот туда не... У нас вход там, блин. Точно. Оля. Подожди, подожди, так там закрыто. Почему? Ну почему? Потому что там нельзя ходить. А мы перелезем. Ну ты что, я уже не полезу. Ты, ну ты что, рискни здоровьем, что ли? Не, я туда не полезу. А так жалко. Ну что жалко? Жалко пчелки. Как, на этом мосту? А у меня нету. У меня ни одну нет. О, блин, они везде залезли. Вон, сожрали паэлью, все спокойно. А у нас на столе еще все накрыто. Сейчас вот ходим, гуляем. Кстати, жара такая поднялась. Ой, мы купались вот тут вот. Он там, кстати, глубоко. Купались? Да. Ну, в прошлом году. Вон там глубоко вот так. Да, до шеи. Вон там, да. В прошлом году. А с кем ты купался? Я тебя не видела. С сестрами мы приезжали много раз. Летом? Да. Знаете, как классно. Вон там тарзанка, вон там тарзанка. Вода ледяная. Да, делают тарзанку, привязывают, да. Ну, тогда мы... Вот, тут говорят, очередь, но никто не может залезть. А что тогда встали опасно, очередь? А, да, опасно. А что тогда очередь? Куда тогда очередь? А? Если опасно залезать, куда тогда не встали в очередь? На риск. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Там вот девочка куда-то полезла. Типа, если она упадет, то что? Ничего. Ой, мы просто для фоточки. Вот какая-то речка тоже идет. Откуда-то. Ой, ну слушай, я вот там сейчас... Тут волейбол играют.
Ну вот эти две клушки нет. Это вот другие в волейбол играют. А мы где-то раньше играли в это, вышибалы. Прикольно, кстати, вышибалы играть. Вот они все на меня так смотрят странно. Я бы поиграла. Опс. Оп. Прикольно. Так, короче, все отдыхают, как везде. Ой, там, гляньте, даже это... Рынок, погляньте, гляньте. Там даже рынок приехал. Рынок, вон он. Где? Ну как где? Ну вон он. Точно, вот. Продают. Гляньте, посмотрите. Посмотрите, смотрите, а рынок приехал. Пойдем сейчас бусики выбирать. Бусы приехали. Пошлите по 100 грамм, дернем и бусики пойдем. Бусы приехали, да. Тут все. А что, столько людей? А что, смотри, вот для детей вот эти пузыри пускать. Только там. Да, да. Сейчас а почему дети бы будут нет? Приседать на уши. Игрушки у них, конечно, всякие. И мамки купят. Конечно. Хорошо, так что, Тань, купят. Готовься. Нет, у Таньки нет денег. Танька бедная. А, бедная ты, несчастная. Да, Танька богатая на детей. Барчик тут у нас даже есть, вон он. Все дела, все как надо, все цивильно. Отдыхаем. Вот даже фонтан был какой-то, но он уже, видимо, не фонтанит. Так. Мы переехали, потому что там рядом туалет. Он там гоняет плохо. Поэтому переехали сюда поближе к речке. Будем тут сидеть. Так. Все то же самое. Он воняет. Так вот. Я уже дома. Вот. Смотрю, включила телек себе, смотрю телевизор. Эти тут бесятся у меня, вон, один с одной игрушкой. Вторая куда-то пошла, другой игрушкой. Все с игрушками. Вон, она бегает. Да? Чего ты? У нас на 2 недели ее увозят. Сестра уезжает на... к дочери на Тенерифе, на остров, и ее оставляют с другим сыном. Так что мы ее 2 недели не будем видеть, да? Моя сладкая такая. Через 2 недели мы ее увидим, она уже будет такой большая-большая, да. Да, большая-большая будет. Так что вот так, со всеми прощаемся. Вот такое у нас было воскресенье насыщенное. Вот они там играются. Будем отдыхать. Губы меня обветрили вообще. Прям сипят все. Вот, так что всем до завтра. Спасибо, что меня смотрите. Завтра что-нибудь еще придумаем. Так что всем до завтра.